Воркаут – это спорт, доступный каждому, ведь турники и брусья есть в каждом дворе. Однако для тех, кто только делает первые шаги в этом уличном виде спорта, важна хотя бы минимальная физическая подготовка и советы профессионалов. В Саранске получить поддержку просто. Достаточно написать в социальные сети спортивной команды «Саранск Стрит Воркаут». Тренировки проходят часто, тут рады всем желающим. Здесь мы занимаемся понедельник, среда, пятница. Ну, больше 2 часов. Ну, потому что здесь не только, как бы, у нас же нет определенного, то есть прям мы не по хардкору же работаем, то есть мы можем немножко, ну, свободный такой график у нас. Мы придем к 7 часам, замнемся хорошенечко, можем поговорить, там, обсудить что-то, вот. Как бы чисто по состоянию, по самочувствию. Как бы надо от этого получать удовольствие, вот, я так считаю. Главное – желание. Спортсмены со стажем расскажут, как правильно, научат всему, что умеют сами, подстрахуют, где нужно. Александру Фомину всего 17 лет. Он пришел в этот вид спорта месяц назад. Увидел на площадке одну из тренировок команды, попросил пару советов. А по итогу стал тренироваться вместе с ними и уже делает неплохие успехи. Достаточно вовремя я влился в эту тусовку, потому что это движение вроде только начало развиваться у нас в Мордовии официально. И для нас это стало огромным плюсом. Ну вот почему воркаут – это свобода движения. То есть здесь ты не обязан выполнять какие-то определенные упражнения, ты тренируешься по настроению, по тому, как ты себя чувствуешь и так далее. То есть здесь парни побеждают просто гравитацию с помощью своей силы. Стрит-воркаут придумали и начали развивать с 2009 года. В 2018-м Министерство спорта России официально признало его одной из дисциплин воздушно-силовой атлетики. В Мордовии делается все возможное, чтобы вывести этот вид спорта на новый уровень. Сейчас мы открываем официальную федерацию в Мордовии. То есть скоро мы будем проводить много мероприятий, соревнований. И вообще в этом году очень большую массовость приобретает это направление, поэтому мы будем развивать. Воркаут для Саранска пока в новинку, однако полюбиться успел многим. Пока ребята тренируются на улицах, но надеются, что в ближайшее время им предоставится возможность выступить на соревнованиях и показать, на что они способны. Юлия Емельянова, Денис Ноздрюхин, «Народные новости».